Хейо, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игруху под названием LEGO Star Wars Company Saga. Так, и сейчас мы идем с вами в бой на джедаев. Бой джедаев. История. История. Окей, нолик. Не то. Эпизод второй. Пресс. О, это я помню. Прикольный момент был. Этого эпизода второго. Два... Три даже босса новых. Будет, скорее всего. Новые... Эти... Боты. Ну, роботы, блядь, я не знаю как. Ой, нам дастся еще плюс три новых перса. Я же джедай, на. Минус щит. Минус ты. Ебать, сказал. О, хп. Так, все, ты свободна. Так, Энникин Скайвокер. Сейчас мы тебя спасем, подожди. Я иду к тебе. Открывайся! Открывайся, я ск... Чё они такие жесткие? О, блядь, это еще бомбы! Убивай меня! Нахуй! Хп. Принцесса пошла ты в сраку. Принцесса, мне нужно за тебя сейчас сыграть. Лети! Лети! Готово? Лети! Готово. Все, Энакин Скайвокер, теперь я играю за тебя. Опять таки хуёвин и... 4 железных трона. Окей. Ча-ча-ча. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Нет. Все. Спасай. Молодцы, сами себя убивайте. Первая платформа, поехала. Ладно, освобожу учителя. Так, теперь ты, поехали. А, я туда не попаду, окей. Красные мрази, да? Изи, скажу так. Просто бегу сейчас вот так и палю. Блять, иди, нахуй. Нахуй, иди, робот. А, так вы здесь просто... Везде теперь? Почему вы желтые? Вы что, из Симпсонов? Так, минус еще один красный. Тихо, хп. Хипе, мне нужно хипе. Блять, дайте хп. Сердца мои, блять. Где еще двое? О, вижу еще. Минус. Еще один долбоеб. А, я их убил? Так, три красных, два... три железных. Разбежимся по всей карте снова, да? Ух. Не, тихо. Здесь лучше уже за джедаев играть. Какие-то они пиздец жесткие. Дай жизни! Жизни дай! Красный! Сусать красный!
О, желез здесь. Хипи. Их, взял. Еще где-то один красный. Гача. Вы где-то видите еще одного красного? Может, он за мной бегает? Вижу. Я его убил, оказывается, окей. Только что. Бухот ты дал. Я тебя тогда победил, значит, я тебе сейчас смогу победить. Вот и все, понимаешь? Изи. Ты че, хуел? Тихо, монеты мои. А шо мы упали? А шо такое? Что с ебалом? Ты чё, херел? Я не чувствую меча джедайского. Если меня, блядь. Ты украл мою синюю херь. Тихо. Стой, мразь. Сам себя убил, даун. Мяй, здорово. Ух, мастер Йода. Здоров, Йода. Я сейчас просто думаю, а Йоду разве показывали в этом? Во втором эпизоде? Он же появляется, по-моему, когда к нему кто-то на болото там приходит, чтобы типа сил вот это. Мейс Винду. Снова эта тварь. Там еще двое были. Тёлка с такими куинами какими-то красными, типа шапкой. И год. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока. Yeah.